Богородицу и Матерь Света в песне возвели. Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боже спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко призри на смирение рабы свои я, сего отныне облажат мя сироби, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслию сердца их, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Низложи сильные со престол и вознеси смиренные, алчущие исполни благи, богатящиеся отпустичи, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Восприят Израиля отрока своего, помянуть милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Thank you.
положим. Сейчас будем.
восславляем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Святого Евангелия чтение. Помним в дни оны, восставши Марьям, идем в горние с отчанием, в оград Иуду, и в ниги в дом Закарин, и целовая Елисавет. И вы, всех услышали совет, целование Марино, взыграся младенец во чреве я, исполнися Духа Святой Елисавет, и возопеклася верием речи, благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прийди, Мать Господа моего, ко мне, всего якобы из глаз целования твоего в уши моею, взыграся, младенец, радощами в чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение, глаголанным ей от Господа, и рече Мариам, величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, о Боже спасе моем, яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя Всеводи, яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его, превыше Марьям с нею, яко три месяцы, и возвратися в дом свой. Я поживем во всяком благочестии и чистоте.
спасение, посещение, прощение, оставление грехов. Рабов Божиих, настоятеля, братья, прихожан, и всех всех предстоящих и молящих, царю, нежно умножите лето живота. И... Богородице,
Христос истинный Бог наш, молитвами пречистое Своей Матери, святых праведных, Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человека любит. Дорогие братья и сестры, мы сейчас воспевали с вами слова, обращенные к Царице Небесной, Пресвятая Богородице, спаси нас. И слышали в Евангелии следующие слова. Его мать Иоанна Предтечи, Елисавета, когда в утробе ее был шестимесячный младенец Иоанн Креститель, встретились с Пресвятой Девой Марией. И Иоанн Предтеча, в утробе находящийся, взыгрался, потому что встретил Матерь Бога своего, младенец, еще не вышедший из утробы своей матери, еще не видевший свет этого мира, уже внутренними духовными очами прозрел о том, что перед ним стоит Матерь того, через который должен явиться в мир Спаситель мира, и что он, Иоанн Предтеча, призван к тому, чтобы быть предтечей, предшественником, исполнять свою миссию. В утробе Иоанн Предтеча познал Матерь Господа, узнал ее духовными очима своими. Вот. Но в настоящий момент, когда произошло полное обращение религиозного рассудка, сознания человека, когда переориентировалось все в человеке, и то, что является совсем временным, тем, что является результатом отпадения греха, результатом отпадения от Бога, то есть грех, стал нормой и целью человеческого бытия. И тогда приходится, как пишет апостол Павел, он пишет, что приходится безумством проповеди, он считает это безумством проповедь, привести мир, потому что все самоочевидно, что Бог все сотворил. И вот теперь мы перед нашими очами видим чудотворный образ Божией Матери, который постоянно источает святое мира во свидетельство утверждения нашей веры. Тот, кто колеблется, приди, посмотри, увидь своими очами и утвердись в вере. Тот, кто имеет полноту веры, с благодарностью вознеси молитвы Пресвятой Девы Марии, которая не оставляет попечения о своем мире. Тот, кто полностью отрицает, посрами свое отречение взиранием на сей чудотворный мироточивый образ. Потому что многие чудеса проистекли от прикосновения с этим образом. Хромые восстают, дети рождаются, люди получают исцеление, потому что попечительница о всем мире, Царица Небесная, сама через этот образ свидетельствует о предстательстве пред Сыном Своим и Богом за каждого из нас, за каждую душу христианскую и даже нехристианскую, скорбящую и озлобленную, милости Божией и помощи требующей. Так что будем подходить к этой иконе с верой, с надеждой и упованием, что все ко благу и благочестию, ко спасению вечной жизни Матерь Божия может исходатайствовать у своего Пречистого Сына и Бога нашего, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Владычица Богородица, не оставляй нас своим заступлением, попечением и молитвами пред Сыном Своим и Богом нашим. Царица моя, преображая моя, Бога моя, Бога моя,
Многие жители города знают, многие прикладывались. Но вот вкратце, это обычный образ произведена на производственном предприятии Софрино. То есть это обычная литография, наклеенная на арголит. Вот. Таких икон было произведено десятки, может быть, даже сотни тысяч. Но вот именно этот икон отличается от подобных ему тем, что источает из себя маслянистую, благовонную, благоухающую жидкость, которую мы в церкви называем миром. Это мира исследовалось. Дважды брали на исследование, вот, и сказали, что на 90% мира состоит из белка, а мы сами имеем белковую основу, да, как бы у нас человек тоже состоит из белка. Можно сделать вывод, что икона живая, она действительно слышит этот образ, те молитвы, те воздыхания, которые верующие люди, иногда даже и неверующие, обращают свои какие-то просьбы, мольбы к этому образу и получают благодатную помощь. Это исцеление от каких-то болезней, помощь в житейских нуждах, каких-то самых разных делах. Нет какой-то узкой специализации образа, да, есть случаи, когда люди свидетельствуют о рождении детей, об исцелении от онкологических заболеваний, от кожных, от глазных, от паралича и много-много других разных случаев. Да, образ «Меченик Господень», «Отточивый образ» получил сейчас достаточно широкую известность во многих странах. Икона уже путешествовала в странах дальнего зарубежья, как Соединенные Штаты Америки, Австралия, Канада, некоторые страны Европы, Италия, Германия, Чехия, Словакия, Франция. Вот. Была в бывших советских республиках, в Белоруссии, на Украине.
Грузии, в Молдавии. И, конечно же, когда люди узнают о существовании такого образа, они приглашают его и как его молятся. И встречают всегда с большой радостью, с большим энтузиазмом, вдохновением. В прошлом году вот Горна посетила две новых страны. Это Болгария, дважды была в Болгарии, в Казахстане. И как бы даже за границей Матерь Божия оставляет какое-то след своего пребывания. Например, на Кипре построена церковь в честь этого образа. Наши друзья и благодетели построили храм в русском стиле, где сейчас служит русскоговорящий на церковно-славянском языке священник. В Соединенных Штатах Америки, во Флориде, организована община в честь этого образа, именно как результат путешествий в Америку вот этого образа. Сейчас там есть община, которая уже 4 года существует, и надеюсь, что она сейчас ответит и будет в дальнейшем существовать благополучно. Когда только первый раз приезжаешь, есть некоторые переживания, как встретить этот образ, как было все организовано, в том числе немаловажно. Это иногда переживаешь по этим вопросам, но когда видишь, как люди плачут, многие подходят, прикольнее отходят со слезами. Многие рассказывают о каких-то случаях помощи. И, конечно, вот такие примеры, они придают сил и позволяют путешествовать дальше, как бы чувствовать, что это действительно нужно, когда люди благодарят. Вот так, не так давно мы посетили, с иконой были в Австралии опять, и наше последнее путешествие туда было 6 лет назад. Вот сейчас я там познакомился с некоторыми детишками, которые родились все образа Божьей Матери по молитвам родителей. Вот, конечно, очень приятно познакомиться вот с живой пример, что Матерь Божия реально помогает. Такие пожелания. Конечно, у нас есть церковь, которая все говорит уже и громкоголосно, и по телевизору, и по всему, что о Боге говорит, о пользе даже религиозного образа жизни. Я бы мог только посоветовать, чтобы люди прислушались к своему сердцу. Если они найдут, как бы 5 минут зайдут в храм, постоят спокойно, как бы прислушаются сами к себе. И тогда я думаю, что Матерь Божия поможет, как говорится, найти смысл жизни и выход из каких-то трудных положений. И, может быть, какой-то новый вот этап в жизни откроется для этих. И радостные чувства. Я рад здесь находиться, конечно же. Мы 2 года здесь уже с образом я не был. И, конечно же, сейчас вот нас приглашали в Болгарию. Вот, и так вот мы на нашем домашнем совете, вот, посоветовавшись с нашими учениками, мы решили все-таки надо поехать в Россию. То есть сейчас я в большей степени рассказываю про те случаи, про ту помощь, про те путешествия, которые были у нас за границей. Вот. А как-то Россия уже в меньшей степени может быть путешествием, поэтому хотелось бы сейчас уже и по родной земле поездить. И, конечно же, Волгоград не случайно оказался у нас на пути, потому что Матерь Божия, она сама выбирает, складывается обстоятельства, что мы можем поехать. Вот. Это не какая-то мистика, просто так складываются обстоятельства. Я думаю, что это не воля Божия, сейчас сюда, в дальнейшем, вот она, даст Бог, в сентябре поедет на Афон, в конце сентября может стоять в Латвии, потом будет путешествовать на Байкале, ну и там другие многочисленные путешествия, которые уже сейчас вырисовываются, какие-то есть приглашения, какая-то организация ждется новых поездок по всему миру. Я надеюсь, что вот жители города Волгограда, конечно, найдут какую-то пользу для себя, что придут в храм, посетят, помолятся. Дело в том, что икон очень много. И у нас есть завод Софрина, художественно-производственное предприятие, которое делает иконы, производит иконы. Иконы эти освящаются с призыванием благодати Святого Духа, чтобы через них действовала божественная благодать. Но есть одна особенная икона, то же самое, это обычное софринское произведение. Это не художественное никакое, это просто картинка, сделанная на фотографии. И на прославление
Святой Блаженной Матроны в Москве во время всеночного бдения, из этой иконы потекло мира. И источение этого мира не прекращается и по сегодняшний день. И эта икона уже облетела и объездила весь мир, всю планету, в каждой стране. То есть люди ожидают вот именно свидетельства чудесного присутствия Пресвятой Владычицы Богородицы через этот образ и через эту икону. Что такое чудо? Чудо – это не что иное, как действие законов вечности в этом мире. Мы потеряли эти законы, мы утратили их. Грехом мы вышли из божественного полноты благодатного действия и вторгли в свое естество смерть и природу греха, которую разваливает все наше естество и культивирует присутствие смерти в человеческой природе и во всей атмосфере, во всем мире. Смысл пришествия Бога в этот мир для того, чтобы через божественную природу Господа нашего Иисуса Христа, Бога человеческую, соединить весь мир. Пресвятая Дева Мария дала эту человеческую природу Богу. И поэтому мы с особым трепетом относимся к ней, с любовью, с благодарением. И вот она в ответ на то, что весь мир взывает к ней о спасении мира, она являет такое чудо свидетельство своего присутствия между нами, что из ее образа постоянно истекает, источается чудотворное мира во свидетельство того, что законы вечной жизни, они действуют в нас, но грех препятствует жить по этим законам. Поэтому мы должны, вот особенно верующие Волгограда, прийти в ближайшее время до 14 числа к этому чудотворному образу мироточивому. Потому что много свидетельств о получении исцеления, просило умиротворения, успокоения человека, получения детей в семье по предстательству Царицы Небесной. Вот. И поэтому, придя сюда, человек воочию увидит, если он сомневается в чем-то, увидит чудо истечения мира из иконы и верою укрепится. Если он верит и идет с благодарностью вослать молитву Богу за предстательство Царицы Небесной, он в этом утвердится. Если совсем неверующий человек, если он безбожник, придет и обличит свое безбожие тем, что, предстоя перед чудом истечения из простой иконки святого мира постоянно, обличит его неверие. Так что каждый может человек получить пользу от пришествия в храм Казанской иконы Божией Матери и соприкоснуться, приложиться в молитве своей, источить и горе, и печаль, и радостью Царицы Небесной поделиться, свои воздыхания передать Божией Матери, а она, предстоя у престола Божия, помолится за нас пред Сыном Своим и Богом нашим, Господом нашим, Иисусом Христом. Все,